Всем здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Kia Sorento второго поколения установили вот такой 7-дюймовый монитор на базе Android. Все работает очень быстро, плавно. Здесь стоит 8-ядерный процессор современный, 2 гигабайта оперативной памяти. В комплекте идет вот такая переходная рамка на автомобиль. Также у нас в наличии для данного автомобиля есть различные типы мультимедийных систем с разной диагональю. Здесь вы получаете все преимущества Android-системы. Все необходимые приложения вы можете скачать из Google Play Market. Здесь уже предустановлены такие приложения, как YouTube, карты. Главное устройство полностью адаптировано с коншиной автомобиля. Работают все штатные кнопки. И также в бардачок мы вывели дополнительные 2 USB порта и слот для SIM-карты, чтобы в вашем автомобиле всегда был интернет. Обращайтесь в нашу компанию. У нас есть огромный выбор мультимедийных систем на различные автомобили. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы можете получить товар, проверить его и после этого оплатить. Всем удачи!